В Югре режим самоизоляции продлили до конца мая. Об этом на заседании оперативного штаба сообщила губернатор Наталья Комарова. Кроме того, учащиеся с 1 по 4 класс уйдут на каникулы уже 18 мая. Остальные школьники продолжат получать знания дистанционно. Для них учебный год завершится по графику. Также в преддверии Дня Победы, Великой Отечественной войны, еще раз обращаюсь к вам, уважаемые югорчане, уважаемые земляки. Ежегодная акция «Бессмертный полк», цветы к памятникам защитников Отечества, мемориалам славы возложат за вас волонтеры. Спасибо большое за этот проект. Оставайтесь, пожалуйста, дома, соблюдайте меры безопасности.